Можешь представить пустую комнату с самим собой в центре. Ведь быстро и честно. Ты можешь представить пустую комнату с самим собой в центре. А я не знаю. Если еще есть достаточно места в коридоре, чтобы продолжить. А я не знаю. Представь отклонение нормы, и ты правишь себе того, который он может запомнить только он. Не знаю, что ты должен сделать. Начал. Потому что новый Иерусалим идет в бой. Хочу так, чтобы тебя никто не проигнорировал.